Мать сломала ноги своей новорожденной дочери. Суд приговорил ее к 5 годам в колонии общего режима. 2 года назад Марина Элементова родила девочку. У ребенка оказался врожденный порок развития ног. Через несколько дней в послеродовом отделении женщина сломала дочери бедренные кости обеих ног. По версии следствия, она сделала это, цитирую, «из личной неприязни». Марину Элементову лишили родительских прав, а накануне суд вынес приговор по этому делу. В ходе следствия вину в совершении преступления подсудимая не признала. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.